Я хочу представить прежде всего нашего гостя и всех организаторов фестиваля. Нашим сегодняшним гостем является экономический обозреватель программы «Утро» на «Россия-1», «Утро России» Роман Кирсанов. Прошу приветствовать. Добрый день, дорогие коллеги. 23 октября, то есть уже завтра, здесь, в Центральном доме журналиста, открывается второй московский медиа-фестиваль патриотической тематики «Родина в сердце». Первый фестиваль проходил в прошлом году, в сентябре, прошел достаточно успешно, поэтому, соответственно, он продолжается. Фестиваль включает в себя телепрограммы, телесюжеты, репортажи, радиопередачи, в общем, все, что как раз близко к вам, это журналистика. И в этом году достаточно солидная у нас была программа. На конкурс прислали 342 работы. И работы были присланы из всех уголков России. Такая география очень обширная. Среди них 73 документальных фильма, 83 телепрограммы, 64 телесюжета, 26 репортажей, 68 радиопередач, 22 специальных только и 6 интернет-проектов. И вот в течение всей следующей недели, с 23 по 27 октября, эти сюжеты фильма можно будет посмотреть как и здесь, на фестивале в кинозале Дамжу Центрального дома журналиста, так и на сайте, на нашем сайте. Вот у вас есть пресс-релизы, там адрес сайта есть. То есть, поскольку очень большая программа, естественно, даже за эти несколько дней не смогли войти включить программу показывают все конкурсные работы, поэтому что-то можно будет посмотреть на сайте. На сайте же будет открыто зрительское голосование. А вообще все работы будет судить авторитетное, прекрасное жюри. Жюри у нас, как всегда, очень хорошее, в которое вошли прекрасные наши режиссеры Валерий Ахатов, Катерина Головня, Андрей Осипов, кинокритик Александр Колковский и актриса и режиссер Елена Соплакова. Они отсмотрят все программы, все фильмы, и, соответственно, 27 октября здесь же, в Турфуре, состоится также церемония закрытия фестиваля, где будут объявлены победители. Я думаю, что очень важно и интересно проведение такого фестиваля, потому что надо смотреть эти сюжеты и фильмы, которые, может быть, не всегда попадают в фокус внимания, потому что все это так сфокусировано, да, и радиопрограммы, и сюжеты, и ролики. Когда все это собирается, аккумулируется в одном месте, то сразу получается цельная картинка того, что сейчас происходит. Вы видите табличку «Кинозал Бонжура». Там завтра состоится церемония открытия медиа-фестиваля патриотической тематики «Родина в сердце». Церемония открытия – это очень важная отправная точка для фестиваля, ведь именно на ней можно проникнуться всей атмосферой, потому что там будут, конечно же, очень много мы говорить о фестивале, о его целях, о его задачах, но также там будут присутствовать члены жюри. И, собственно говоря, на церемонии открытия уже состоится награждение первых лауреатов нашего фестиваля, которые уже были выбраны. Также на церемонии открытия будут концертные номера, и в конце вас ждет приятный бонус в виде просмотра художественного игрового фильма «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. Я думаю, что многие из вас слышали об этом фильме, может быть, не успели посмотреть, так что вот завтра уникальная возможность после церемонии открытия насладиться этой прекрасной картиной, которая, по мнению критиков, стала одной из лучших работ для того, чтобы благодарны. Мы достойно жили в этой стране, гордились тем, что в этой стране мы можем себя обеспечить, и что мы можем жить комфортно, хорошо. В 16:30 каждый день здесь, в Правдном зале, будут проходить мастер-класс известных режиссеров. Вы все не просто приглашены, вы все являетесь... Да. На груди у земли, солнцем ранним согретой, вновь цветы расцвели, весна.
Наверно, рядышком где-то. И разбив тишину, в небесах птичья стая на крылах к нам весну принесла, изумляя. Пусть ветер с шумом в волосах словно вдогонку скачет след, слезинки стынут на глазах, мне от любви покоя нет. Запляшут мысли по весне, зная тебе, они запели, ведь ты, Россия, снишься мне весенней утренней капели. И ты, Россия, снишься мне весенней утренней.